Приветствуем всех, мы семейная пара. Всем доброй ночи. С вами привет Влад. Всем участникам и зрителям. Всем нашего привет. Видео. Привет. Привет, друзья. Доброго времени. Привет, друзья. Всем привет, с вами Лилия Дан. И четыре. Куда, друзья? Привет, с вами Лилия. Привет. И снова привет, друзья. Привет. С вами привет, сегодня. Привет, с вами Михаил Булавцев. Всем привет. С вами Булавцев Михаил. Привет, друзья! Привет, с вами Михаил Булавцев, Лилия Донскова и, сегодня... и куча уток. Ну да, куда без них. Сегодня у нас 16-й день нашего видеомарафона, и сегодня мы подводим итоги двухнедельного участия в данном марафоне. Что же произошло, что изменилось, в какую сторону у нас за это время? Ну, однозначно все в лучшую сторону. Мы сразу заметили, что у нас вырос коэффициент эффективности. Мы стали более энергично все делать. И самое интересное, что все это спроецировалось на нашу команду. То есть... Да, наш огонь в глазах, наш огонь в действиях команда видит. И также загорелись, активность поперла. Все супер вообще. У меня отличное достижение. Я 3 месяца назад запланировала переделать обучающий сайт. Там была огромная работа, нужно было проделать гигантскую работу. И я каждый день откладывала. Я сделаю потом, чуть позже и так далее. И вы не поверите, я за 2 дня, суббота, воскресенье, переделала все. Вот теперь представьте, какая эффективность это была. Да, еще у меня есть достижение огромное. Я стала обучающие ролики записывать с видеопотоком. Если раньше я их просто записывала, ну как бы голос за кадром. А сейчас я включаю себя, я в уголочке. Мне это так нравится, потому что я знаю, что воспринимать лучше, когда визуально еще видишь с человеком контакт. Вот, у меня такие классные достижения, вообще супер просто. У нас открылся новый поток, вообще новая волна творчества, да, фантазии. Буквально вчера ночью уже осваивал новый видеоредактор, благодаря чему также увеличил свою эффективность путем сокращения затрачиваемого времени на монтаж и обработку видео. Тоже да, это да, очень, очень круто. Для меня результативно. Ну и вообще... Нам очень нравится участие в марафоне. Прям очень-очень. Очень-очень, да. Молодцы. Мы всем рекомендуем, кто думает, идти или не идти, идите обязательно, потому что в любом случае, неважно, займете вы первое место или никакое, важно процесс. То, главное что участие, здесь да, главное среду анализ. Таких вот активных людей, энергичных друг об друга, мы обмениваемся все знаниями, опытом, энергией, и идет колоссальная поддержка. У нас столько друзей появилось, вообще здорово. Спасибо да, большое всем за внимание. Пока-пока, ручку. Пока-пока, до встречи. Пока.